Привет, худышечка. Меня всегда называли худышечкой, но эта ситуация закончилась 38 лет. В 38 лет я просто раскоровела. Но вы, худышечка, я сейчас к вам обращаюсь. И вы понимаете, что так греметь костями в вашем возрасте – это неприлично. О вас говорят кости и кожа, и это нехорошо. А вы хотите красивые женские округлости такие, да? С чем надо разобраться? Нужно разобраться, как ни странно, с физической нагрузкой. Вы не отдаете питание на периферию. Не отдаете. Если даже вы корректно питаетесь, нужно еще это питание, кровь, которая содержит это питание, подать в мышцы, связки, кости. Они поделятся с подкожно-жировой клетчаткой. Поймите. Второй момент, который вы, скорее всего, не соблюдаете, это первая ступень старости нет, это суточная норма белка. Девочки-худышечки едят что угодно, на салатиках сидят, но они не берут суточную норму белка. Я знаю почему. Потому что у вас какая-то проблема с пищеварением, и мы должны решить проблему с пищеварением. Это тоже первая ступень. И улучшить до переваривания пищи. Это заказы идут в систему старости нет. Без этого никак. Вы кушаете, может быть, даже так же, как все остальные. Но все остальные полнеют, а вы почему-то на этом же питании худеете. Значит, сбой в переваривании. Да. Ну, еще очень многим не удается добавить мышечную массу, потому что нет водного режима. И еще большему количеству не удается добавить мышечную массу. Прям сползаете в саркопению, это старостью зовется. Саркопения – потеря мышечной массы. Старость фактически. Потому что нет гормональной стимуляции со стороны женских половых органов. Этим надо заниматься? Этим надо заниматься. Девочки в системе старости набирают вес. Не за счет жира, а за счет мышц. Да, у вас будет очень тонкое отслеживание этого момента. Скорее всего, я вам порекомендую завести анализатор структуры тела, чтобы вы не за общим весом смотрели, зачем он нам, а именно за мышечной массой. Анаэробные тренировки, суточная норма белка, дотла до переваривания пищи, борьба со всеми заболеваниями желудочно-кишечного тракта. И, конечно, водный режим, коррекция гормонального фона. Это то, что мы будем проходить, прям учить. Я знаю, что 1 килограмм сбросить, фу, легко, легкотня. А набрать килограмм мышцами, это сложно. Но я готова вам помогать. Я в чате, кураторы в чате, каждый второй отвечает на ваши вопросы. Я в вас верю. Верьте вы в себя. Приходите в систему «Старости нет», ссылочка под этим видео. Пока.